прошлый раз я спрашивал по поводу того, что вы заслуженно проиграли, то сейчас у меня ощущение, что проиграли, ну, мягко скажу, незаслуженно, что как будто вас кто-то проклял. Сегодня, честно скажу, мы были та команда, которая не заслуживала проиграть. И я думал, вообще мы должны выиграть эту игру. Ale nada skazať, jestli ty zdeláš dvě také balšie ašípky i sapieniky spolzuje, to těžilo dúmať na paběť. Taký futbol bývá, da? Nedělu nazad, my vapše nebyli na pole. Sivodňa, možno skazať, očeň chaloše igra komandy, kak v zašite, defenzíve, tak i v atake, na bystre kontry. Intenzita vysoká, ja skoro, sprinty byli. Так как, я думаю, надо каждую неделю играть. Марсел, две ошибки конкретизируйте, пожалуйста, что вы имеете в виду. Две ошибки, да, не буду здесь, это значит, к сожалению, Игорь сегодня нас не поддержал. Но я говорю, футбол бывает такие вещи, когда... No, сегодня ten futbol pokazal Igoru i tu plachuju stranu da sporta, nebo... Ale ja mu skazal, chtěl, aby on mentálně jak by to v hlavě zanalýzoval i ostal se s nami v komandě, tak jak by da, mentálně gotov, da. A tam už to člověk nikdy neznaje, co bude zavtra, da. Я правильно понимаю, что вы поменяете вратаря перед следующим туром? Посмотрим. Ну, то есть вы ему что-то сказали об этом? Или он сам, или он сам сказал команде? Не, я ничего не сказал, ничего. То нет. То я ему в команде только в раздевалке только сказал, что аби Леш, мы тебе поддерживаем, старайся вернуться ментально сильный, да, и здесь никто не будет на тебе кричать и убивать тебя, да. Ты должен быть с нами в команде, помогать, так как помогал и будешь помогать. Уверен. Играл Скопинцев в этом матче. Как вы его игру оцените? Ну, я думаю, уже там Скопа как бы, да, неплохо, спринты, вперед, желание, да, так все отработало на 100%. Всегда как бы человек хотел, может там искать какую ошибку тактическую, да, але так как во вторник с Хабаровском старался, сегодня тоже как бы отработал игру на 100%. У Чекавина всегда есть моменты, но сегодня подвела реализация. Что это было на ваш взгляд? Да, не, я как бы потом поменял уже Чуку больше за это, что он сделал много работы и до защиты, да, видели, что старался помогать, оборонял ты спринты вперед, там 50-60 метров на скорости. Да, к сожалению, сегодня ему чуть-чуть не хватало, потому что в первом тайме там хорошо с корпусом отрабатывал, я не знаю, Бабича, либо кто там стал за спиной и левую ногу бил, к сожалению, до середины ворот. Потом та быстра контра, когда пошел 1-1, хорошо открылся, не забил, но тоже так бывает. Я не можем сказать, что бы не хотел забить. Да. Спасибо большое, Марс. Удачи вам. Пожалуйста, два вопроса. Один.